Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих новостей и обязательно анонсов того, что ждет нас в будущем. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и выбирайте все уведомления с канала, тогда уж точно ничего не пропустите. А еще буду благодарен, если вы прожмете лайкос данному видео. Итак, ребят, у нас сейчас идет событие атипичности, и я задался вопросом, вот эти вот товары в магазине, это все, на что можно рассчитывать за эти значки, или может быть в будущем что-то еще будет? Почему задался таким вопросом? Потому что на рулетке, допустим, написано 8 дней, а значит, когда рулеточка закончится, что-то же должно произойти. На самом событии написано 4 дня, и я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, почему именно так. Ну и в целом, сколько времени все-таки есть на то, чтобы забрать танк? Не получится ли так, что в какое-то определенное время танк из магазина пропадет раньше, чем закончится событие? А событие длится у нас, ребят, до 24 числа. Итак, с этим вопросом я обратился к Wargaming'у в лице Артура Нонейми. Артуру огромное спасибо за то, что дал быстрый и лаконичный ответ. Задал ему вопрос, можно ли ждать что-нибудь еще за эту игровую валюту, а именно за значки, на что Артур ответил. В отношении танка, танк пробудет до 24 числа, ну и, соответственно, до этого момента можно будет машину себе забрать, а вот в отношении новых товаров за значки, они, в принципе, ребят, предвидятся. Поэтому с умом тратьте свои значки, а лучше всего просто собирайте их, ну и, соответственно, тратьте на то, что вам действительно надо. Что это конкретно будет, мне неизвестно, но поживем увидим, я пока значки собираю, а вы напишите в комментариях, сколько значков вы уже собрали. Просто хочу сравнить свою статистику с вашей. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.